Смотрите, как легко и просто я убегаю от них. Кстати, карта очень классно сделана. Тварь. Ну блин, ну я должен был дольше выживать. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Арара, King and Fire, Васаби, Димончик Като, Фуфлик, Охотник, Феникс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем салам. Всем передаю привет. Ребятушки, мы скачали очень классную карту, которая вышла сегодня, называется Вертикаль, и я сразу решил на ней записать догонялки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а у нас монстры Хендерсона, веселье и угар. Погнали. 3, 2, 1, можем начинать. Кто проиграет первый, тот лох. Дима, я иду за топ. Давай. А ты уже... А, ты же, да, Васаби сейчас? Да. Я понял. А я убежал специально. О, первый умер. Я думал, будет как-то посложнее. А он сам будет? Не, давайте... Ладно, будем считать умер, значит умер. Тоже бери этого монстра. Дима Мачук умер, я его убил. О. Эй, вы что так быстро? Я думал, мы будем долго играть. А я спрятался. Еще один. Дима, они сами выпиливаются. Да вы чё, пацаны, мочите? Вы чего? Мы ж думали, что мы будем долго выживать. Я споткнулся. Дима, я иду за тобой. А я, короче, на другой части карты, тварь. Да, я с вами прибежал уже. Да ё-моё, я застрял! Я застрял! Ха-ха! А давай кто последний останется? Нет, останется. Хорошо, да, давайте, кто останется последний, может использовать разное прикольное оружие. Ой, там веселье творится. Кстати, ребята, я просто чудом остался жив. Опа, опа-па, опачки, опа-пуси. Прикольно, ребята, очень весело получается. Карта маленькая, но при этом очень интересно сделана. Дима, оберни. Да ничего страшного, ты меня не убьешь так. Потому что перед тем, как махаешь, тебе надо что? Сделать замахнуться, и этом, при этом вы останавливаетесь. И мне это очень большой плюс. Смотрите, как легко и просто я убегаю от них. Кстати, карта очень классно сделана. Тварь. Ну блин, ну я должен был дольше выживать. А кто последний, кто еще остался живой? А что, может, мы уже всех убили? Я еще живой. А, еще живой. Хорошо, я тоже теперь беру себе. Не убивайте меня, то я уже все. Ну, Дима, такое говорится. Ну, в принципе, это легко выживать, сразу умирает. Ну что, кто останется последний, давайте, можете использовать любое оружие. Пригвождатели, шмагвоздатели. Всех убили или нет? Нет. Суслик остался только. Суслик? Я его нашел. А, я упал. А он упал. Да вы что, что, все, раунд закончен? Да. Хорошо, давайте я буду начинать. Все, пацаны, берите обычных челебиздриков. Сейчас я вам покажу, как я буду за вами охотиться. Да, усильно, конечно, быстро, пацаны, попадали все. А когда падаешь вниз, то сразу разбиваешься насмерть, да? Да. Хорошо. Дима, страшно, просто... Давайте мы тогда сделаем так, чтобы было более интереснее. Можно упасть 3 раза. 3 раза падаешь? За 3 минуты. 3 жизни есть у каждого. 3 раза вы падаете, и 3 раза я должен убить каждого, тогда берете монстра Хендерсона. Согласны? Да. Все, да. Погнали. Только, ребята, не обманывать. 3 раза реально умерли, все, берете монстра. Ой, я упал. Первый я пошел. Не так, запоминайте, один уже жизни потратил свои. 1 жизнь. King of Fire уже 2 потратил. Вы что, издеваетесь? Да хватит падать, давайте играть. Дима, я наспал. Вы что, дайте хоть кого-то убьют, вы же сейчас просто поразбиваете все. Вы что, не умеете играть в Гаррис Мод, как я? Ой, вообще не умеете. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Стараемся снять что-то очень классное, веселое и интересное. Так, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд. Понятно. Да вы издеваетесь, ну не падайте, хватит падать. Стойте на месте, проще стойте на месте, чем вы просто падаете. Так, отлично, отлично. Давайте, кто сейчас упадет, тот лох. Дима, падай. Блин, да как это я не ударил тебя? Не, я аккуратно играю, кстати, я умею паркурить. На 56%. Что там, нормально тут стоится? Смотрите, сейчас упадет.
Да вы че гоните, арара? Вы чего? Я еще, кстати, никого не убил, вы сейчас просто начнете жизни тратить свои сами. А на 44% ты не умеешь. Не умею, совершенно верно. Смотри, сейчас упадет. Нет, не упал, кстати. Дима, а я, кстати, тебя видел. Да? А где ты меня видел? Не скажу. В воздухе. В воздухе. Молодец, моя школа фигню говорить. Ой! Эй, да как я тебе шляча должен был прописать? Привет, Дима! Опережаем события. Я сзади тебя был. Во-во-во, сейчас упадет. Не, я не упаду. Да дверь ломает. Жок. Дима, отлично. Я сзади тебя был. Смотри, сейчас упадет. Не падает. Эх, да зуб допрыгнул. Я тоже попрыгнул. Смотрите, я еще никого ни разу не убил. Все-таки разыгрались мы немножко. Так, ну я скажу, что мы специально взяли монстра Хендерсона немножко медленного такого. О, вот стулья улетают. Посади, присядь. Эй, эй! Смотрите, сейчас упадет. Сейчас будем меняться. Давай попробуем. Опережаем события наперед. А я думал, тут все-таки кто-то будет. Мы не запрыгнем. Вот там сидит в будке, заходим. А никого нету? Я думал, тут кто-то сидит. А тебе показалось. Показалось? Значит, надо хреститься. Дима, ты возле меня два раза пробегал, и ты меня не убил. Да? А я специально тебя пощадил, я просто самых жалких не убиваю. Спасибо, ой. Подожди, тебя назвали жалким, и ты сказал спасибо. Стоп, что? Эй, стоять, ты. Хорошо, я бегу к тебе. Нет, а хватит там долбать, вы что, в Майнкрафт что ли играете, или что? Да, что? Ну, конечно. Мы сейчас каменную кирку сделаем и зарежем тебя. Эй, я и так никого убить не могу. Вы что, дайте хоть кого-то убить. Как вообще тот раунд первый раз так вы зато... А, я понял, пацаны просто разыгрались. Все, ладно, давайте три жизни отменяем. Давайте хотя бы, чтоб я кого убил, тот и будет начинать. Это фигня какая-то, я вообще вас не могу убить. Карта манюсенькая, но при этом очень запутанная. Я, блин, еще прыгаю, как додик. 100 километров в секунду, блин. Да кто там долбит, монтировка, ты? Долбодашник. Это другое слово сказать, ладно, не буду. Дима, я возле тебя три раза пробежал. Ну так, а ты остановись и постой возле меня, я тебе кое-что покажу. Я тебе не обязан ничего. Дима, привет. А вот дорога, Дим. Нет, не достанешь ты меня, Дим, не достанешь. Зря ты это говоришь. Я упал. Ты третий раз упал или первый? Первый. А блин, ты задрал, давай уже падай много раз. Нет, нет, ну я не ты, Дим. Опа, здорово, Дим. На тебе, тварь. Ну что, первый есть, ребятушки, первого я замочил. Конечно, это было не так быстро, как хотелось мне, но я это сделал. Ой, я упал вниз. И меня гораздо быстрее первого убил. Ой. Не, я знаю, потому что пацаны были не разыграны. Я же специально знал, что ты слабее меня играешь. Ой, лучше. Поэтому и дал тебе. Дим. Да. Выпей отраву, тварь. Ты, блин. Так, давай его ждем здесь. Так, давай, короче, нас теперь двое, мы будем окружать их. Да, я сразу двоих убежал. Давай, убивай. Есть. Ой-ой-ой. Васаби, ко мне беги. На тебе, арара. Я не знаю, почему ты стоял, ничего не делал, это было очень странно. А у меня там проблемы были. Да? Ну я тебе их помог решить, да? Дима, привет. Конечно. Так что обращайся, если есть проблемы, я тебе их буду помогать решать. Ой, так мне, честно, я забуду, что ты умеешь прыгать. Не переживай. Ой, я дверь выломал, я же вспомнил, что двери можно ломать. Взял дверь, сломал. А там есть вообще кто-то внутри или нет? Дверь. Да, там есть. Куда ты выкинул ее, Дима? Я видел. Ого, она улетела. А, блин, он с другой стороны выбежал. От говно. Давайте тут... Ай, блин! Ты! Ой, своего! Драка на своих. Понятно, пап. Так, отлично. Так, пацаны начинают потихоньку падать, так как нас больше становится. Я вообще не понял, как ты так первый раунд быстро затащил всех. Пацаны были, просто карту не знали хорошо и как-то тупо играли. Давай матч-реванш возьму. Нет, ты уже и так выиграл. Эй, еще бы чуть-чуть я бы его ударил. Давайте, все за ним. Они все за мной бегут. Да, мы давай. Все за тобой, мы тебя должны убить. Я иду тебе помогать, Васаби. Давай. Каким образом помогать? А, ты тоже живой? Хорошо. Да. Я мимо трех этих... Вот он, давайте. Все его мочить. Мы же можем прыгать, Нет. прыгайте. Нет,
Вы не можете прыгать? Ну как это не можем? Мы уже это делаем. Сы, здорово. Эх ты, зараза. Стоять, стоять. Ну блин, я не могу его убить никак. Здорово, Дима. Да блин, что за вакханалия? Творится, ничего не понял, запутался. Я сама... Всё, Дим, я с вами. Сама ликвидация произошла успешно. А, так я в соло остался. Нет, вот еще бегает робот. Еще трое осталось. Еще трое, да. Трое, четверо, ого, что так много? Ну, видишь, этот раунд более приспособленный уже все. Ух ты что, как я там на соплях задержался. Так, я охочусь за смертью. Следует за ним. Короче, буду его ждать или здесь, или там. Я успею его убить с какой-то стороны по-любому. Нет. О, привет. Да как я тебя... Эй, стоять! Стоять! Так, смерть Дима, пробежала так, уже мимо тебя пробежала. Я видел. Жопу сжал булки и пробежал. Нет. Упал. Все. Эй, это было третий раз? Ну все, пацаны, я вижу. Моя школа, профессионал. А я знаю, где все. Я знаю, где кто-то тут заныкался, я видел его. Где все? Види меня одного. Так, я думаю, тут кто-то сидит, а там никого нету. На этой карте, кстати, даже и снычки, да, небольшие такие? Остался еще Кингофайр. Кингофайр. Давай, еще чуть-чуть ты его ударил бы. Блин. Кингофайр у него. Эй, считай бы, я упал. Ну, ты умер уже. Нет. А, ты мне не говоришь. Ну, ты мне говоришь. Я уже, да. Все за ним. Если он последний, может оружие использовать, или еще он не последний? Нет, нас двое. А, вас двое, хорошо. Так, давайте будем думать, как он бегает. Сейчас я его немножечко опережать. Нет. Так, наверное, он сейчас тут будет пробегать. Так, здесь его нету. Вы меня не догоните. Так ты зараза, а? Леща тебе хочу прописать. А, так, он сейчас сюда пойдет. Нет, я упал. Эй, ты третий раз упал? Нет, второй. Ах ты, блин, хорошо. Ой, сори, обстоятельства. Я иду, там Дима идет повернуться ко мне спиной, значит. Такой. Ну да, вот, все, зажали, мочи его. Зараза, стоять. Я упал. Так, я заранее ищу уже себе гвоздомет, пока Кингофайр придет. Ну да, Кингофайра мы сейчас в любом случае убьем. Смотрите, тут прям можно долго выживать и нудно. Так. Все-таки мы должны убить. Правильно, пацаны? Мы же должны ее замочить. У нас уже там много людей. Ну давай! Ну ты! Так, пацаны падают и падают. Вы давайте не падайте, а мочить их надо. А, тебя убили? Извини. Обстоятельства. Они на втором острове. Да, ну блин, на любителя просто всех мочу. Ничего, бывает. Автоматически, знаешь? Я заранее взял уже гвоздомет. Да? Так, я знаю, что там нычка есть. Там никого нету, да? Так, ну что, прочитываем, где он бегает? Пацаны, где он? Вижу. Сейчас, когда он только начнет бежать по мостику, я буду его уже там ждать. А вопрос, а вы мостика убили? Кого? Мостика. Или все умерли уже? Все умерли или еще нет? Ну, я и Кингофайр остались. Вас двое, хорошо. Так, вижу. А, я думал, будут по мостику бежать, блин, столкнулись в воздухе, представляете? Так, я тоже. Все, короче, давайте, пацаны, вставайте двое на мостике. Я вот стою, мостик перегорождаю. Ага, ну все. Все, я перегородил мостик. Пацаны, гоняйте его. Мне кажется. Все, я вот стою на мостике, он не пройдет здесь. Зараза говняная, ты смотри, проскочил. Эх ты, говно, блин. Ну все, я буду стоять, мостик все равно беречь. Не перепрыгнет меня уже. Так, я вижу. Вначале. Не, вон он прыгает, и все его пытаются убить. А где еще один бегает? Что-то я его не вижу. Я не знаю, где. А может, его убили уже? Нет. Кингофайр, ты где? Ты прям хорошо играете, пацаны, вы чего? Я тебе кажется, в доме. Может, он заныкался где-то? Нет. Скорее всего, я в доме. Так, нашел. Блин! Ра-ра, убил Кингофайр. Все, красавчик. Все, пацаны, давайте ему 10 секунд после оружия берет. Не мочите его. Я уже взял. Все, пацаны, давайте, последний остался. Если он продержится 3 минуты, он выиграл. Даже 2 минуты. Не, 3. Ах, зараза, все, пригвоздил, я понял. Меня пригвоздил. Пригвоздил, красавчик. 3 минуты пошло. Получите. Прошло 0 секунд. Реально. Че, все пригвожденные? Да. Нет. Нет, не все.
Ну почти убил. Я не знаю, Дима, что... Дима, срок переиграл. Так, вижу, ну что, вижу. Погнали, погнали. Я упал последний раз, все. Ура, все. Все, ты самоликвидировался? Да. 3, 2, 1, раунд начался. Ну что, ребята, ПВП, каждый сам за себя. Должен выиграть сильнейший. Так, первый ушел, щенок, сразу леща выхватил. Дайте леща дам. Хорошо, пацаны, кто проиграл, не участвует, просто наблюдает. Не-не-не-не-не, пока вместе тебя на потом оставлю. Так, вижу. Кто взял другого монстра? Мы только одними играем. Я вижу, кто-то взял кота. Надо собаку брать. Вы чего? Читеры. Арара взял. Арара, нельзя. У меня собака. Да не, у кого-то кот, я вижу. На, щенок. На. О! Я поддался. Конечно. Блин. Так, ну что, наблюдаем. Осталось, что, вас двое осталось? Нет, вас не двое осталось, вы больше. Так. Так, у кого? Давайте проверим. Арара, ты взял не кот, ты взял другую морду. Ну ладно, какая разница, все равно убивается со два раза. А мы из-за этого с охотником за хаской. Так, наблюдаем, пацаны, трое их осталось. Это четверо, васаби. А, четверо? Кто останется выживший, тот будет лучшим игроком в этом ролике. Есть. Давай мне. Да блин. Ха-ха-ха. Арара, все-таки надеялся, ты затащишь. Так, наблюдаем, кто здесь у нас остался. У нас King on Fire. Васаби и Феникс. Трое. Наблюдаем, кто из них лучше. Я думаю, что Васаби выиграет. А. Ну давай. Так. Ну что, осталось у нас King on Fire и Васаби остались? Ну давайте, кентафорики, знаешь, что вы дружите в реальной жизни? Давайте. Давай. King on Shpook, ты победитель. Все. King on Shpook лучший игрок в этой серии. Просто красавелла. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Где салюты? Полетели салюты, красота сейчас будет. Ой, что-то бомбы у тебя совсем слабые. Ты позоришь мой ролик. Ты опозорил ролик мой, ты не те бомбы взрываешь. Разбудите. Я уже это сделал. Вот какая должна быть бомба. Вот. Вот. Или вот тоже пойдет.